Галиной Алексеевной счастливый день. Наша дочь выходит замуж. Мы рады тому, что она нашла свою вторую половинку. Если они друг друга нашлись, то если они друг другу интересны, если они каждый день хотят видеться и общаться, значит, они действительно друг другу подходят. Нравится, очень красивая девочка, хорошая, добрая, ясная. Какая-то новая страничка нашей жизни появилась, да. Вот, будем ее читать дальше, эту книжку. Самое главное – это то ощущение, которое присутствует у нас тогда, когда мы любим. Сейчас вы стоите на пороге новой жизни. Впереди вас ждут долгие годы совместной семейной жизни, любви. Знаешь, я очень тебя люблю, ценю. Все, что ты делаешь для меня, это очень для меня важно. И мое сердце принадлежит тебе, и никто не пленил его так, как сделал это ты. Я люблю тебя, тигренок. Мое сердце открыто только тебе, и всегда оно будет принадлежать только тебе. Я помню свое обещание, я буду тереть, чесать тебе спинку после душа. Я очень сильно тебя люблю, надеюсь, что я справлюсь со всем, что жизнь нам приготовила, мы справимся с тобой вместе.